Казахстан и Китай усилят сотрудничество по авиапоиску и спасению воздушных судов. Соответствующий законопроект рассматривают сегодня сенаторы. Он, по мнению разработчиков проекта, позволит минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и, как следствие, обеспечит безопасность жизни и здоровья людей. Сейчас в Сенате наш корреспондент на прямой связи со студией Сабина Рахимбай. Сабин, доброе утро. Расскажите подробнее о законопроекте. Динара, здравствуйте. Сегодня сенаторы рассматривают сразу несколько законопроектов. Один из них о соглашении между Казахстаном и Швейцарией о взаимном признании пробы драгоценных металлов уже одобрили. Еще одна новелла сегодня на рассмотрении, как вы уже сказали ранее, это согласно которой Казахстан и Китай усилят взаимный авиапоиск воздушных судов гражданских. Поисково-спасательные операции предусматривают определенный алгоритм действий, то есть определенный район поисково-спасательных работ, то есть это казахстанско-китайская граница и граница прилегающих районов. Поиск будет осуществляться в соответствии с законодательством обеих стран, и каждая страна будет самостоятельно нести расходы за поисково-спасательные работы. Отмечу, что сотрудничество также подразумевает и постоянные учения, обмен опытом и визиты экспертов. Как было известно ранее, базирование сил и средств в Казахстане будет на базе КАЗ аэронавигации. Также будет организовано дежурство вертолетной техники на 27 аэродромах. На базе КАЗ аэронавигации создали координационный центр поиска и спасения с обученным персоналом. Отмечу, что Казахстан последовательно выстраивает связи в этом направлении. К примеру, ранее, в 2017 году, похожее соглашение было заключено с Россией, позже с Кыргызстаном. Пока это вся информация, которая у меня есть. Позже я расскажу об этом подробнее. Динара. Спасибо, Сабина.